Наталья Комарова сегодня работает в егорских поселках. Свой рабочий визит губернатор начала с Сугута. Здесь прошла встреча с педагогами Сургутского района. Говорили о занятости молодых мам и о самоопределении детей. Сейчас в Угуте работает наша съемочная группа. Наш специальный корреспондент Павел Желтов выходит на прямую связь со студией. Павел, тебе слово. Илья, здравствуй. Круглый стол, в котором приняла участие Наталья Комарова, посвятили развитию образовательной среды. С воспитателями и учителями губернатор встретилась на базе новейшего угутского детского сада. Первых воспитанников он принял чуть больше полугода назад, в июне прошлого года. Сегодня сюда ходит около 130 детей, но образовательной мощности могут принять и больше. Отмечу, что около 30 угутских малышей от 0 до 3 лет сидит дома, в детский сад не ходит. И губернатор рекомендовала сотрудникам детского сада разработать такие программы, чтобы родители захотели приводить своих детей сюда хотя бы на несколько часов в день, потому что это мощнейший инструмент социализации. Кроме того, Наталья Комарова сделал акцент на создании в егорском образовании как основном, так и дополнительном разных вариантов, чтобы дети и их родители могли сами выбирать, что им по душе. Давайте послушаем, что на этот счет сказала Наталья Комарова. Мы все должны понимать, что образование создает самую высокую степень свободы для человека, где бы он ни был. Вот. А мы вот все работаем для того, чтобы вот на самом деле, где бы человек ни находился, он мог себя реализовать. Вот. И не выбор получать образование или не получать образование, а выбор, какое получить образование с тем, чтобы жизнь, чтобы человек считал, что жизнь удалась. Кроме того, сегодня Наталья Комарова с рабочим визитом посетит Нефтеюганский район в поселке Сентябрьский. Она проведет прием граждан по личным вопросам, а также примет участие в работе общественного совета района. Илья. Спасибо, Павел. На прямой связи со студией был наш специальный корреспондент Павел Желтов. Он сегодня работает в поселке Угут Сургутского района.